Сейчас мы раньше говорим. Все знают, что... Историю поляков. Историю-то мало кто из вас знает. Но вот смерть за царя, вы знаете? Друзья, давайте скупаем Андреевича в аплодисментах. Он очень стесняется. Дело было так. Один гражданин всплывел именно войско, чтобы спасти царя. Польское войско, дальше ушел. Он увел их, и они, короче, там накрылись. А тело в следующем. Однажды поляки на Русь раз пошли. Дорога трудна и опасна. Деревня стоят, их на пути, и по виду ужасно. Деревня стоят, их на пути, ужасно. Но когда же поляки в деревню вошли, крестьяне, конечно, забздили. Но был спаситель родимый, Речушка Ивашка Сусанин. Но был там спаситель родимой земли, Речушка Ивашка Сусанин. За литр самогона продался врагу, и тут же, нажравшись погано, дорогу решил показать на Москву. И в лес их повел хулиган. Дорогу решил показать на Москву. И в лес их повел хулиган. Идут они лесом, не видно низги. Ну, в конец уже очень устали поляки. Идите вперед и не компостируйте мне мозги. Молодец, Андреевич. Кричал полоумевший Сусанин. Идите вперед и не компостируйте мозги. Кричал полоумевший Сусанин. Ну, когда же Сусанин-то наконец уже полоумел? Наконец уже оплаумели поляки. И выхватишь шашки и с криком помить. И вот разрубили до этой стороны. Но выйти из леса, увы, не смогли. Попали в болото с водою. И проклял спасителя русской земли. Огромной закрылись этой самой. Проклял спасителя русской земли.